надо начинать лечение. Желательно, чтобы окружающая обстановка не отвлекала. Вы не только слушаете, вы пропускаете слова через себя. И тут же включается психологический блок! Тут же молниеносно! Все то, что накипело, все то, что в глубине души, в подсознании сидело и не давало возможности вам быть свободным в этот момент с криком, с воплем, с конвульсиями, покидает.